Такое вот креслице, ребят. Одно. Сейчас вот начал второе. Вон оно стоит разобрано. Такая вот куча, блядь, всяких хуроебок. Превращается легким движением руки. Вот она еще качается вот так. Качается и раскладывается. Ну, раскладывается, когда садишься. Вот так. Чуть. Вот так. И спинка еще откидывается дальше. Такое вот кресло. Ну, когда разложено, оно уже меньше качается. Вот такое. Еще вокруг своей оси крутится. Так, ну вот, ребята, одно кресло сделал. Уже в этом шорте, в шроке. Вы уже видели его. Не знаю, как называется это короткое видео. И вот сейчас начинаю второе. Вон то синенькое тоже я сделал. Вот эти два кожаных кресла с пуфиком тоже я сделал. Стоят, что-то не отвозятся. Вот, и, короче, вот от этих двух кресел зависит сегодняшний мой день. Я поеду их отвозить, забирать свою долю.
осталось только спинку сделать. И можно отвозить. Отвозить, получать бабло. Все крутится, все работает. Все идеальненько. Шовчики ровненько. Морщинок достаточное количество. Все в норме. И вот так вот оно будет выглядеть в итоге. Так оно выглядит сзади. Продолжаем творить.
Вот такие, ребята, получились кресла. Но опять сейчас позвонил начальник, сказал, что типа я не еду сдавать кресло. Короче, хуйня начинается полная. Я того рот ебал, блядь. Я их сейчас нахуй... Ой, блядь, не знаю, что делать.